Заполнить заявку на мечту для студентки Елены Цыгановой оказалось совсем просто. Ответы на стандартные вопросы в анкете от работодателя. Только работа необычная на Олимпиаде в Сочи. Стало интересно, захотелось, вот, скажем так, не просто, может быть, посмотреть на соревнования со стороны, а стать участником, увидеть всю эту кухню изнутри, стать, скажем так, одним частью вот, построения чего-то вот, хорошего в нашей стране, чего-то большего. Вот, вместе работать над хорошим настроением на Олимпиаде. У всех и участников, спортсменов, просто у зрителей. В Центре занятости Самары ярмарка вакансий «Сочи-2014». Делегация с юга колесит по всем городам страны в поисках рабочих рук. Нужно выбрать 8 тысяч человек. Дворники, водители, грузчики, продавцы, официанты – всего 200 видов работ. Договор на временное трудоустройство с сентября этого года по март следующего. Можно даже не увольняться с нынешнего места работы, а просто взять отпуск за свой счет. В принципе, 30 тысяч для молодого специалиста – это очень хорошие деньги. И это минимальная заработная плата, которая предоставляется оргкомитетом. Далее это, естественно, бесплатное проживание. Люди приезжают в Сочи в свой выходной, они могут пойти, это курортная зона, отдохнуть, посмотреть олимпийские объекты, увидеть спортсменов. Предоставляется экипировка. Все вакансии можно посмотреть на сайте job.sochi2014.com. Там же заполнить анкету и ждать звонка от оргкомитета игр. У каждого есть шанс сделать эту Олимпиаду самой запоминающейся. Марина Матвеевна, Владислав Манин. События.